Озвучил Зозя. Если вы хотите получать эксклюзивный контент и иметь ранний доступ к новым роликам, то подписывайтесь на мой канал Boosty. Там вы сможете получить вкусняшки, которые не выйдут на Ютубе. Также подписывайтесь на Телеграм, группу ВКонтакте и второй канал Вайфу в голове с озвучками фанфиков по BTS и не только. Канал строго 18+, и для тех, кто любит аудиокнижки. И не забываем оставлять лайк и комментарий, потому что это помогает развитию канала. А когда лайков мало и комментариев мало, мне становится грустно. Поэтому подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Все ссылки в описании. Нужен ли отчет? Нет, давай просто начнем. Без отчета кажется немного. Давай со скрипа двери. Привет, я Шуга. Привет, я Джей Хоуп. Мы уже прошли полпути 2023 года. Как у вас дела, ребята? Сегодня мы здесь, чтобы поделиться с вами некоторыми особенными новостями. Наши первые сольные документальные фильмы «Джей Хоуп in the Box» и «Шуга Road to D-Day» выходят в кинотеатрах, а также их можно посмотреть в озвучке Зози на Бусти. Да! Мой фильм покажет вам 200 дней моей жизни как артиста Джей Хоупа, а также мое выступление на Лаллапалузе, которое вызвало удивительную реакцию в озвучке Зази на Бусти. Ты как, Шуга? Я также очень рад, что все увидят в кинотеатрах, как я продюсировал свой альбом D-Day от начала и до конца, а также лайв-клипы, которые я снимал в разных местах. И где же забронировать билеты? Билеты и дополнительную информацию можно найти на сайте ниже, а также ссылки на озвучку Зози будет в описании. Все готовы повеселиться в кинотеатрах? До скорой встречи на Бусти у Зози! Пока! Если вам понравилась озвучка, обязательно оставляйте лайк, пишите комментарий и подписывайтесь на канал Зозя Озвучка. Также у меня есть канал по озвучке фанфиков «Вайфу в голове». Если вы хотите, вы также можете поддержать мое творчество на Бусти. Все ссылки вы найдете в описании к видео.